В этом сезоне правит бал принтованная одежда. Причем актуальны самые разные отпечатки на тканях. Цветы и экзотические растения, имитация окрасов животных, этнические узоры, геометрические фигуры и кричащий поп-арт. А самый свежий тренд – это микс принтов. Это очень правильно. Если вы знаете, как смешивать принты по определенным правилам, так, чтобы это получалось вкусно, то надо их смешивать. Это прекрасно. Когда в образе всего одна принтованная вещь, это самый безопасный вариант. Его много лет подряд и рекомендовали стилисты. Но сейчас именно гремучая смесь принтов на пике моды. Если удастся скомпоновать их удачно, получится экзотический, будоражащий и на 100% нетривиальный образ. Если не получится, у окружающих еще долго будет рябить в глазах. Стилисты не могут создать за вас ваш стиль. Они могут предлагать следовать каким-то правилам или нарушать их. Но вы должны думать и решать сами. Все-таки готовы рискнуть? Тогда знайте, что горошек, клетка и полоска, особенно те, что выполнены в спокойной гамме, отлично сочетаются друг с другом и с любыми другими принтами. Эти классические мотивы вполне могут стать основой образа. Важно использовать принты разных размеров, так они будут меньше спорить друг с другом. Для микса трех узоров разработана даже формула. 60% лука нужно отдать крупному узору, 30% – среднему и 10% – мелкому. Обращайте внимание на фон. Если вы взяли, например, цветочный принт на белом фоне, то смотрите, чтобы его теплота совпадала с тем принтом, с фоном того принта, с которым вы собираетесь комбинировать. Принты, которым суждено быть вместе, должны объединяться хотя бы одним общим цветом. Эффектно миксуются контрастные рисунки. И черно-белая палитра в этом случае идеальна. Сочетание нескольких принтов в одном изделии, в одном платье. Это тоже хит этого лета, это тоже смелое решение, но вы знаете, за вас уже дизайнеры все решили, поэтому это, в принципе, безопасный вариант. Трендовый, но не кричащий комплект можно создать с помощью аксессуаров. Костюм в полоску плюс леопардовые лодочки умножить на клатч в горошек равно эклектичное произведение модного искусства.